1 июня у нас планируется проведение уже второго мероприятия. Оно озаглавлено как «Сон или летняя ночь». Это День защиты детей. Это мероприятие, посвященное разным аспектам стоматологической реабилитации детей, подростков и так далее. Мероприятие становится у нас уже привычным, и опыт прошлого года говорит о том, что те люди, которые пришли, которые потратили этот первый летний день, они получили позитивное впечатление от этого общения. То, что буду рассказывать я, это вопросы реабилитации детей и подростков, связанные с главной проблемой в этом возрасте, это проблема сужения челюстей. В детском, подростковом возрасте и у взрослых эта проблема решается абсолютно по-разному. И это такой очень важный, значимый вопрос для ортодонтии, для челюстно-лицевой хирургии. То, что мы наработали на протяжении последних 10-12 лет, это, ну, скажем так, мне есть что рассказать. И тот материал, который я уже неоднократно показывал, это всегда вызывало интерес со стороны аудитории. Для многих ортодонтов то, что я показываю, для них это непонятно, неизвестно. Для многих хирургов то, что я делаю, это понятно, но не всегда понимают, зачем это нужно. Здесь синтез двух дисциплин, и это имеет практическое применение. Я думаю, что это найдет отклик. Если вам будет интересно, если у вас будет время, будет возможность, и самое главное, будет желание, приходите к нам.